Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем сегодня проходить Крис. И я обнаружила вот этот вот проходик вниз, который в тот раз я не обнаружила по какой-то непонятной мне причине. Ну окей. А, подождите. Ну да, я его тогда не обнаружила. Ага, допустим. Допустим... Так, а дальше что? А зачем они мне? А зачем? А зачем? Ну, я не совсем понимаю, зачем они мне. Я тут что-то... Что-то не понимаю. Как? Зачем оно мне? Почему я не могу просто сделать это? Что, в другое место нужно? Не, ну я не знаю. Вот сюда, да? Вот теперь, походу, правильно. Да. Шикарно. Теперь остался только один. Забрать? Кстати, забыла показать макияж. Да капец, как я могла забыть. Видно. Говорю, видно плохо, но неважно. Тут, если что, крестик вверху, тут крестик, а сдалека это похоже на царапину. Ну, пускай будет царапина. Мне это шелохар как бы. Ладно, окей. Вообще без проблем. Так. Теперь вот сюда, кажется. Вот здесь вот. Здесь от меня убегает... Эта штука. Ну я не могу ее поймать, она не дается. Я не знаю. Дай. О, поймала. Хорошо. Отлично. И это все мы собрали сейчас нам сюда. А что дальше? Вниз дальше? Да внизу темно. Вниз не дает. Говорит, вниз нельзя. Так, ну. А чё? Одной не хватает? А где еще одна? А где? Слышишь? Подожди. Одной не хватает. А я не помню, где я не забрала. Здесь? Здесь забирала, вот здесь, вот внизу. И вверху. Может быть, есть еще какой-то ход? Так, стоп, а где еще? Я не знаю. Может, еще вверху где-то? Вот здесь? Вот здесь, да? Хорошо. Вот это что? Здесь мне нужны бабочки, скорее всего. Или нет? Ага, вот оно.
Так. А что дальше-то? Ага. Допустим. Да, допустим, вот так. А куда дальше? Ага. А как? А как? Ну, я не понимаю. Вот так. А дальше? А дальше вот как-то непонятно дальше. Дальше вот так. Ну, естественно, ну, все просто, все легко и просто. Да. Все, вот теперь мы точно все собрали. Это, в принципе, было не очень сложно. Что такое? Ты кто? Черепаха. Куда ты? Черепаха. А вот теперь нам вниз можно, потому что она светяшка. Черепаха-светяшка. Так. Угу. Дальше типа сама, да? Летим. Долго. Хорошо. Где мы? Снова плывем. Надеюсь, я иду в правильном направлении. О, это нога. Ноги. А как-то можно мне пройти? Ага, вот так. Ага, но снова. Снова это мы. Нас открылись. Я даже не знаю, как это описать. О, классно. Ого. Это красиво. Очень-очень круто. Музыка и красиво, в общем, да, все сделано очень классно. Я не знаю, я, наверное, это охарактеризовала как получен достижение желтый. Это желтый? Удерживайте L. Так.
Даже не знаю, как я это охарактеризовала бы серьезно. Оу-оу-оу, тихо, подожди, почему? Это она сама, если что. Ой, опять ласточка-то. Сейчас это не я, если что. Она сама. Она бежит от своих чувств или от чего? Ну, я полагаю, что это... Показываются ее чувства. Или, возможно, какое-то плохое чувство. Может быть, это ее... Боль? Не знаю. Ну, даже не знаю, как это все охарактеризовать. Обязательно пишите, как бы вы, что вы считаете насчет этого момента, что это показывается, что это имеется в виду. Но она явно не хочет сталкиваться с этими существами и... Так, а теперь это я. Это я. Темно. Куда мы движемся? Так. По моим ощущениям, мы движемся наверх. Практически. Или нет? Это какой-то поиск, я не знаю. Потому что все темно, и иногда зажигаются лампочки. Ну или что это? Темно, типа она пытается найти выход, я не знаю. Ёпт. Ты чё? Вот это скримак словила. Неожиданный поворот. Просто неожиданно в такой игре скримак словить. Вот, ну. Это она сама. Я бы это описала как попытка избежать плохих чувств, и потом ее спасают ее хорошее чувство от этих плохих. Ну, я не знаю, понимаете ли вы примерно, что я имею в виду, но она пыталась убежать от чего-то плохого, депрессивного, возможно, от какой-то тревоги, страха, но ее хорошее чувство, возможно, любовь или что-нибудь такое, что-нибудь хорошее, в общем, что-нибудь доброе.
помогли ей убрать плохие, как бы. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Ну, и обязательно пишите, как вы это воспринимаете, как вам это кажется. Это чисто мое видение. Ой, грустно стало что-то. Так. Хорошо. Желтый это свет, да? Окей. Сохранение прошло. Так, как? Ага. Так, куда? А, вот сюда. Темно. Темно. Непонятно. Так, алло, здрасте. Ага. Так, подождите, не пон. А куда идти-то? А, все поняла. Все поняла. Но это похоже на поиски себя или чего-то такого. Чего-то такого. Так. Я сейчас тиховатая, потому что как бы в суть игры с вами вместе вдумываемся, слушаем все, что происходит. Так. Допустим. А куда нам? Ну вот сюда нам, наверное.
Да. Или нет? Непонятно. Так, видимо, не сюда нам, не туда, куда я пошла. Вот и желтый. Красиво. У нас времени мало, но я полагаю, что это уже конец игры, наверное. Полагаю, что да. Во как. Красиво, красиво. Куда идти? Желтые бабочки. А как? Ага, вот так. Даже не знаю, что нам делать, заканчивать ли нам. А, ты что? Ты что творишь? Что это такое? Еще раз. Хорошо, давай еще раз. Нужно успеть как-то что-то нам запрыгнуть на них. Ай, нет. Вот так вот. Оно со временем пропадает по какой-то причине, ну ладно. Даже не знаю, что делать, заканчивать нам или снимать до упора. Сюда я не смогу. Так, дальше куда? А, вот сюда. Помогаешь мне, да? А как? Вот еще одна. Так, и что? Сложно.
Ага, нам теперь вот эту нужно взять. Так, а что? А дальше-то что? Непонятно. Вот сюда мы идем. А дальше куда? Дальше сюда. Не хватает двух. А, хорошо, ладно, хорошо, ладно. Значит, видимо, все-таки закончим мы на этом. И продолжим уже в следующей серии. Либо, если она окажется очень короткой, то я их просто соединю. Ну, а пока что спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. А также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.